Всем привет! Сегодня 4 октября. Мы с товарищем выбрались на реку Большой Кинель. Будем устанавливать перемет на хищников. У меня 7 поводков, уже наловили 7 живцов. Это в основном бычки. И есть пару сентюшек. Вот Александр, мой товарищ Александр, у него YouTube-канал Fishing Media, посоветовал мне поставить перемет доночный. То есть крючки предполагается, что будут лежать на дне. Он говорит, сейчас щука уже перестала питаться с поверхности воды. Говорит, сейчас в основном на джиг ловит и на глубине. Ну, мы так и сделаем. Попробуем, поэкспериментируем. Вот, живцы наловлены. Сейчас будем устанавливать. Это вот мы здесь высадились пока что. Сейчас пойдем поставим перемет. И будем ставить в том месте, где мы во время сплава видели больших голавлей. Кстати, в том же месте я весной ловил голавлей на кукурузу, и один голавль порвал, кстати, леску мне там. То есть место интересное, будем пробовать. С горем пополам привязали перемет. Вот у нас грузило такое, НКТ-труба. Сейчас будем цеплять живчик. Давай, пускай здесь будет полудохлая синтявка. За две губы. И у меня есть стопор. Это старый полиэтилен, чтобы синтявка не выскочила. Все, теперь будет держаться. Потихоньку отплываем. Так, вот у нас второй крючок. Это будет тройник. Сюда подай, пожалуйста, Фархад, самого большого бычка. Бычок обычно долго сохраняется. Стопор. Один раз у меня бычок живцом чуть ли не неделю жил на закидушке. На ночь я его оставлял. Так, сейчас осторожно отплываем. Корежник. Туда поближе сделай, к тому берегу, чтобы подальше от этого корежника закинуть его. Ближе в эту сторону. Так, второй пошел, давай. Отплываем. О, видишь, еще раз оберни, там железки хватает. В общем, решили с другом сначала установить перемет, а потом уже наживлять живцов. Сейчас пойдем по нему, установим их. Все, хорош, молодец. Так, все, стоим. Первый крючок. Так, подай, пожалуйста, живца. Поводок запутался.
Ой, ёршик. За две губы и пакетик. Первый ёршик готов. Первый живец, точнее. Все, давайте, работайте. Все, установили перемет. Получилось 7 живцов у нас. Поставили. Вот Фархад пока что блеснит, пробует щуку поймать. Ну а мы собираемся и едем домой. Кстати, вот в этом месте ручеек впадает в речку. Все, завтра утром будем проверять.